Всем привет, дорогие друзья, с вами Эндрика, и это следующий пак модов, который изменит ваше представление о Майнкрафте, сделая его необычным и, возможно, даже странным. Ну что, погнали! Вы не задумались о том, что Майнкрафту не хватает немножко реалистичности, поэтому с этим нам поможет мод No Cubes для версии от 1.12.2 до 1.14.4. Он добавляет этой реалистичности сполна, делая Майнкрафт по-настоящему круглым. С этим модом все кубики отойдут на задний план и станут прошлым. А сам Майнкрафт преобразится, и мир станет еще более похожим на настоящий. Но у этого мода есть некоторые особенности. Он идеально подойдет для тех, кто любит проходить Майнкрафт, выполняя какие-то задания, квесты и прочее MMORPG в Майнкрафте. Но если вдруг вы захотите тут развиваться, что-то строить или тем более добывать ресурсы, вы столкнетесь с некоторыми сложностями. Найти и выкопать руду с этим модом будет достаточно проблематично. Поэтому вам стоит подумать, ставить ли этот мод на вашу сборку. Но в любом случае этот мод уникален и достоин вашего внимания. А следующий мод добавит реалистичности деревьям, добавив им интересную физику падения, разрушения и прочего. Вас наверняка раздражали парящие в воздухе блоки, когда вы добывали древесину из различных пород деревьев. С этим модом вы сможете про это забыть. И это еще не все, что может этот мод. Например, с этим модом ты можешь отрубать от дерева по кусочку, по веточке, сделав из него причудливые формы. Или, например, если у тебя что-то отросло, берешь чик-чик и подрезал. В общем, идеальный мод, если ты хочешь почувствовать себя дровосеком. Ты ограничен только своей фантазией, как обрезать ветки. Ну а сам мод называется Dynamic Trees для версии от 1.7.10 до 1.12.2. Развлекайтесь. А следующий мод еще сильнее заслуживает вашего внимания, и как раз этот мод я и заспойлерил в своем предыдущем выпуске уникальных модов для Майнкрафта. Ну что, давайте поговорим и про него. Итак, этот мод называется MoBands для версии 1.7.10 до 1.12.2 и добавляет кучу анимаций. И это не просто зашкварный мод, который изменяет, например, анимацию полета, ходьбы или плавания. Нет, он изменяет огромное количество анимаций для разных предметов. Будь это топор, кирка, меч или ножницы. Смотрите, как он летает в креативе. Будто обкакался. Все ссылки на указанные моды будут в описании. И еще, друзья, не забывайте писать, какие моды вы хотели бы увидеть в моих видео и про какие вообще стоит рассказать. Я читаю ваши комментарии, друзья, и я к ним прислушиваюсь. Вы управляете этим каналом. Вместе с вами мы познакомим еще большее количество людей с Майнкрафтом и сделаем его по-настоящему великим. С вами был Эндрка, и я прощаюсь. Оцените это видео, если оно вам понравилось, и подпишитесь, чтобы быть в курсе последних новостей.